Всем привет, ребят, с вами Дэмси, и сегодня мы обозреваем третий мод для Outlast. Как вы уже видите, графика немножко изменена, то есть уже ярче, не так тускло, как было, и вообще добавлены всякие блюры и так далее. Короче, куча других эффектов. Я не собираюсь сейчас перечитывать, что там добавлено, там, короче, графа улучшена. Вот видите, даже здесь видно, вот оно как-то более контрастнее, что ли. Давайте мы посмотрим, как оно выглядит в игре. Говно. То есть, как сказать, ну, на 64 бит этого нет. То есть, я взял 32-битный лаунчер. Да, графика даже лучше стала. Это даже по лагам видно. Это вроде как и осталось, но контрастность такая, видите, больше контрастности. Можем сравнить сейчас с обычным Outlast эту же самую местность. Давайте мы ее сравним. Вот здесь. Вот здесь. Я прям телепортируюсь. Опс. Здесь вот. Жалко, что это открыть нельзя. Могли бы там посмотреть. Но я не хочу перезаходить. Короче, вот. Пол проверим чуть-чуть. Какой у нас тут он. Эффектный. А в целом ничего не изменилось. Ну, лампа это слишком контрастно. Я вам скажу, очень контрастно выглядит. Ладно. Теперь переходим в обычный Outlast, то есть с обычной графикой, которая стоит там изначально. И мы посмотрим, что же у нас там. Сравним. Говно. Во-первых, в меню немножко вот. Не такое все контрастное. Мне, если честно, уже так не нравится играть. Я поиграл буквально два раза на вот этом измененной, на вот этой измененной графике, мне очень понравилось. Говно. Да, графика тут куда хуже, ребят. Графика тут хуже. И лагает примерно так же. Ну как лагает? 30 FPS это в принципе не лаги. Вот здесь 60 FPS, а там 30. Там просто локация есть. Да, тут вообще как-то оно все. И лампу, кстати, видно хорошо. Ну, по крайней мере, лучше, чем в прошлый раз. Не, друзья, мне такая графика не нравится. Я привык к этой графике, которую мы только что обозревали. О, Майлз за руки сквозь текстуры проходит. Офигеть. Вау, Майлз, оказывается, у нас поднимается вот так. Как и Вейл, он даже не поднимается, у него ноги сами он поднимается. Говно. Реально, графика здесь хуже. Поэтому все качаем тот мод, если у вас хотя бы в 4 раза хуже комп, чем у меня, на минимальных, на средних, может быть, поиграете. Ну, в смысле, с такой графикой. Потому что реально там графика куда лучше будет. С этим блюром, всякими этими эффектами, которые подобавляли. То есть графика, она стала лучше. Окей. Мы посмотрели, что же это у нас за мод. Давайте я перейду в тот Outlast, и мы завершим эту серию. Говно. Прогружается быстрее. Ну, в смысле быстрее. То, что прогружается быстрее сама местность. Сразу заходишь, сразу 60 FPS. Да, тут прикольная графика. Там просто какой-то фильтр из красного на синий изменен. И это очень... Это, кстати, заметно, это видно. Здравствуй, Волан-де-Морт. Говно. Это был такой мод. И если вам понравилось, кстати, в конце, когда мы уже все 10 или сколько их там, 9 модов, мы их... Что такое? Мы их снимем и в конце посмотрим, что же будет, если совместить, кстати, тут есть батарейка, совместить все моды в одно. Что же это у нас будет? Окей, ребят, если вам понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Ну, также поделитесь с друзьями, если они еще не знают, что такой канал есть и что есть такой, как я, который снимает про Outlast практически все. Там уже больше нечего снимать. Говно. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Дэмси и Outlast. Outlast моды.